Секретные санкции. США готовят новые санкции в отношении российских спецслужб. Они могут коснуться Федеральной службы безопасности, службы внешней разведки и главного разведуправления. Госдеп направил в Конгресс соответствующий документ. Об этом сообщила газета New York Times. По данным СМИ, в секретном списке еще и оборонные предприятия России. К примеру, концерн «Калашников».